Всем привет, добро пожаловать на наш канал. Сегодня я нахожусь в магазине Fix Price по адресу город Саратов, улица Советская, торговый центр Аврора. Сегодня я нашла такие новинки, которые не ожидала увидеть никогда, наверное, в магазине Fix Price. Вы будете очень сильно удивлены, так что давайте скорее покажу вам все, что здесь нашла. Из серии Kitchen появился керамический нож. Нержавеет, долго остается острым и не требует заточки. Экологически чисто, не оставляет привкуса. Состав АБС пластик и диоксид циркония. Эти ножи есть 21 сантиметр и есть 24 сантиметра. Силиконовая форма, которая подойдет для кулича. Ее диаметр 18 сантиметров. Выдерживает температуру от минус 40 до 250 градусов. Состав силикон, объем литр 150 миллилитров. Цена формы 99 и представлена она в трех цветах. Разъемные формы с замком здесь тоже есть, я показывала их в прошлом обзоре. Формы на 2,5 литра, они стоят 199. Кто спрашивал меня, в чем я храню картофель? Вот в этом контейнере и покупала его в Fix Price. Он стоит 199, они опять появились в наличии. Контейнер очень быстро раскупают. Они идеально подходят для хранения овощей, не только. Также можно хранить здесь детские игрушки. Контейнер на 11 литров, его размер 32 на 21 на 22 сантиметра. В продаже появилась одноразовая посуда. Это тарелки, здесь в наборе 12 штук, цена 25 рублей. Стаканы на 200 миллилитров, 12 штук, 10 рублей. Также набор вилок, 12 штук, 10 рублей. Впервые встречаю гольфы с экстрактом алоэ. 5 пар, 20 ден. В составе алоэ не указан, полиамид и полиуретан. Но указано, что экстракт алоэ вера, входящий в состав, оказывает мягко увлажняющее и антибактериальное воздействие на кожу. Как такое может быть, неизвестно. Цена 77 рублей за 5 пар. Что я нашла в Fix Price? Вы не поверите. Это кожаная юбка. Точнее, она не кожаная, это кожзам. С одной стороны, здесь тянется резинка сверху. С другой стороны, сделано все ровно. Размеры 42, 44, 46. Основа юбки 100% полиэстер. А вот вверх аббревиатуру нужно расшифровать. Цена этой юбки 199 рублей. Из одежды это еще не все новинки. Еще появились брюки в трех цветах. Размеры брюк 44, 46, 48. Кое-где торчат вот такие вот ниточки. Вообще смотрятся они интересно. У брюк есть пояс, который завязывается впереди. С одной стороны брюки на резинке. Несмотря на то, что брюки выглядят очень даже интересно, у них, кстати, есть карманы. Единственное, что меня смущает, что они очень прозрачные. Если посмотреть на свет, то я вижу все полочки Fix Price. Видите? Скорее всего, все ваши части тела будут просвечивать. Они очень легкие, но могу сказать, что стильные, несмотря на то, что вот есть такие маленькие нюансы. Состав 98 полиэстер и 2 эластан. Цена брюк 199. Есть еще третий цвет. Интересно, если кто-то захочет их померить. Где в Fix Price можно мерить брюки? Новинка в детском отделе – это юбка для девочек. Очень плотная, похожа на трикотаж. Юбка с нашитыми вот такими помпонами. Также у нее есть два кармана. Такие юбки по 199, состав 65 хлопок, 35 полиэстер. Юбочка еще есть в ярко-оранжевом цвете. Умная раскраска в комплекте
Две по цене одной. Раскраски запечатаны в пленку. Не знаю, чем же она умная, но также есть здесь раскраски по номерам. В комплекте их также две. Такие раскраски по 55 рублей. Фонарь светодиодный, подходит как для сумки, также можно использовать его как браслет или вешать на велосипед. Работает от двух батареек, и эти батарейки уже входят в комплект. Три ярких светодиода, два режима свечения, срок службы 10 тысяч часов. Раз цена не указана, то скорее всего 55 цена будет. Еще одна новинка, которая есть в отделе техники, это светодиодный фонарь. С одной стороны у него есть компас. Фонарь имеет удобную рукоятку. И также есть плечевой ремешок, который регулируется по длине. Фонарь имеет несколько режимов свечения. И цена, как вы уже догадались, 199 рублей. Отдел организации хранения также пополнился новинками. Сразу же бросается в глаза корзина для хранения с крышкой. Корзина на 17 литров. Размер корзины 36 на 27 на 21 сантиметр. Состав корзины полипропилен. Сделано все хорошо. Но не могу сказать, что корзина очень прям прочная. Не хиплая, но и не совсем самая прочная. При желании, если наступить, то можно и сломать. Корзина имеет ручки, что позволяет удобно доставать ее с полки. Красивые отверстия. Цена корзины 199. Представлена она в этом фикс-прайсе в двух цветах: нежно-розовый и кофейно-карамельный. Полезная новинка от Bon Home. Тряпки для уборки. Легко очищают любые окна без моющих средств и разводов. О, это интересно. В комплекте две штуки, размер 30 на 30 сантиметров. Моет и вытирает насухо. Эти тряпки разные. Если даже присмотреться, одна ворсовая, а вторая как будто бы похожа на губку для мытья посуды. Состав полиэстер и полиамид. Вообще у меня есть тряпка специальная, которая моет окна без и зеркала без моющих средств. Да, действительно, она работает. Мне прям интересно попробовать, действительно ли эта тряпка из этой же серии или нет. Вернее, тряпки. Кстати, в магазине вы можете выбрать варианты цветов. Оранжевый, зеленый с бирюзовым и фиолетовый с желтым. Вот эта расцветка мне понравилась больше всех. Цены, кстати, нет. Наверное, 55. Пластиковое ведро на 10 литров с ручкой. Мне кажется, зеленый цвет я раньше не видела. Стоит он 77 рублей. Состав полипропилен. И здесь есть отверстие для слива. Кто меня спрашивал, какие мне понравились тряпки для мытья полов. Это вот эти тряпки. Они называются тряпка для уборки. Идеально для сухой уборки. Удаляет пыль. У меня такая с рисунком. Стоит она 55 рублей. Тут с рисунком нет. А вот есть вот таким нежным рисунком. Отличная тряпка, идеально моет полы, особенно в сочетании с моющим средством. Тряпочку я прям рекомендую попробовать. Отдел канцелярии пополнился новыми фломастерами. В наборе 16 штук. Фломастеры в пластиковом пенале. Удобно хранить, и цена 199 рублей. Еще один большой набор фломастеров в чемоданчике. Яркие, насыщенные цвета, удобная упаковка. Здесь 36 цветов. Как вы уже догадались, цена тоже 199. Есть с рисунком зоопарк, есть с машинками. Огромный набор пластилина от марки Гамма. Здесь 36 цветов. Новая формула, легко смешивается, яркие цвета. Какой он большой. Цена этого набора 199 рублей. Масса 720 грамм. Пластилин предназначен для лепки и моделирования для детей от 3 лет и старше. Состав: церезин, парафин, органические и неорганические пигменты. Еще одна мимимишная новинка – это детский канцелярский набор, в который входит блокнот на 40 листов, гелевая ручка с синими чернилами и наклейки. Вот они в середине. 7 штук. Цена набора 77 рублей. Очень красивые, сочные обновились эти наборы. Очень милая совушка и ручка. Одна ручка только чего стоит.
Кстати, насадка в виде совушки снимается, и можно эту насадку одеть на любую другую ручку. Еще появился вот такой яркий, веселый попугай. И аппетитный блокнот с пирожными и мороженными. Чернила у всех ручек черные. Кокосовый брикет на 4 литра. Удобен в использовании, экологичен. Цена его 50 рублей. Светильник, который работает на солнечных батареях. Его цена 99, высота 39 сантиметров. Таких светильников здесь очень много. Они разных дизайнов. Все по 99 рублей. Здесь вот с черной окантовкой. Есть просто прозрачные фонарики. Фонарики поменьше, ценой 77 рублей. Также 36 сантиметров. Фонарики поменьше, но их цена 99 рублей. Еще один вариант за 99. Еще необычные, похожи на китайские фонарики. Также 99. Еще есть в виде тюльпанчиков, они по 77. Садовая сумка невероятно большого размера. Она на 270 литров. Высотой 76 сантиметров, шириной 67 сантиметров. Идеально подходит для сбора веток, травы, листьев в осенний период и другого садового мусора. Цена 199 рублей, имеет две ручки для удобного перемещения. Максимальная грузоподъемность 50 кг. Имеет 4 ручки, гибкий обруч, придает сумке удобный каркас. В сложном виде занимает совсем мало места. Эти сумки все одного цвета, все зеленые. Банки, которые были очень популярны прошлым летом, теперь продаются в наборе по 2 штуки. Банки имеют модульную систему хранения, они стоят 77 рублей. Объем по 0,5 литра. В наличии есть мятные, есть черные. На сегодня у меня все. Надеюсь, что магазин Fix Price продолжит нас радовать своими новинками. Если видео понравилось, ставь лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Увидимся очень скоро. Всем пока!